болит правая лопатка, вот здесь вот, да, в этой области болит. Смотрите, тест, как понять, что это идет от спины. Опускаем голову вниз и вытягиваем все. Так, почувствовали, сюда да. тянет? Ну вот, это идет от позвоночника. Давайте это поправим. Видите, движение, которое вызывает эту боль, оно крутящее и вытягивающее шею. Это связано боль с шеей и с грудным отделом позвоночника. Ложитесь на спину. Я доктор Игонов. Сейчас попробуем это мягенько делать. А вы это делали? Нет. Никогда? Давно болели? Никогда. Болеть достаточно было. Смотрите, очень мягко, без каких-либо резких движений. Умничка, в одну сторону. Молодчинка, страшно было? Нет. Молодец. Приятно. Давайте, расслабьте. Всегда, когда вы даете свою шею, вы должны понимать, кому вы ее даете. Мягко, аккуратно, без грубости нужно работать шея. Садитесь. Делаем то же самое движение. Голову вниз. Что скажете? Ничего не чувствую. Точно? Потому что было, да. Даже это маленькая заноза, которая может мучить годами. Сидит здесь, щелчок, и все прошло. Давайте пять.